Непревзойденная дрессура, роскошные костюмы, авторская музыка. Самарский цирк открыл двери премьеры грандиозного шоу «Песчаная сказка» королевского цирка Гии Радзе и компании «Росгосцирк». Первые зрители уже очутились в самом сердце пленительного Востока, где живут жуки-скоробеи, воины-скорпионы и восточные красавицы. Мне больше всего понравились трюки на лошадях. Это было очень красиво, и, наверное, это все тяжело делать. «Песчаная сказка» – уникальный тематический цирковой спектакль, где номера объединяет единый сюжет. Энергичные акробаты на джамперах, ловкие жокеи на лошадях, буфанадные жонглеры на моноциклах, виртуозные эквилибристы. Изюминка шоу – единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полуторатонные африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки под руководством народного артиста России Тофика Ахундова. Ну, вообще очень интересно. Гиппопотамы как бы не особо часто встречаются в цирке, поэтому хочется посмотреть. В ошеломительный восторг привел публику номер титулованных воздушных гимнастов на ремнях. Екатерина Запашная и Константин Растегаев исполняли трюки на грани человеческих возможностей под куполом цирка без страховки. Ты сидишь, и ты вот на вот этом подвешенном состоянии вместе с ними. Это просто невероятно. Увидеть шоу «Песчаная сказка», окунуться в неповторимую атмосферу праздника и веселья можно в Самарском государственном цирке каждые выходные. Ведь с премьерным показом гастроли только начались. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.